Вот живет у меня в сортире паучок. Даже скорее паук. Солидный очень. То есть прямо сейчас он спит, но когда немного потеплеет, он проснется и будет сидеть в своем углу и ждать, пока в его сетку не попадет что-то живое. Муха там или еще кто-нибудь тот. Тогда он к этому живому подбежит, замотает его по-всякому паутиной, залепит пасть, чтобы не орало, и снова уйдет в свой угол ждать, пока оно издохнет. Потом, когда оно помягчеет, съест, выкинет пустую оболочку, чтобы не мешалось, и будет ждать следующего живого. Ну, или сразу много живых наловит и будет есть по очереди. И что его, паука, за это осуждать, что ли? Он делает то, что умеет делать. Извлекает из воздуха пищу. Но не умеет он собирать мед и опылять клевер. Не умеет, хоть лопни. Да и он живет в сухом сортире, а не мокнет под дождем. Но это же не повод его ненавидеть. Но все почему-то его ненавидят. А спроси, почему? Так даже не знают. Ну, ног 8, глаз 8. Волосатых. Волосатый. Шмель вот тоже волосатый. Нет, возразят, шмель мохнатый. А если задуматься, то действительно, шмель мохнатый и приятный, а паук волосатый и противный. Ну, значит, такая у него судьба. Но сам он, похоже, по этому поводу не очень переживает.